Седьмой дворовый турнир собрал на стадионе спорткомплекса «Горняк» 16 команд. В 2019-м было две возрастные группы. За два года ребята подросли и выступают теперь в одной категории 15+. Из-за пандемии год пришлось пропустить. Футбол – это, конечно, командная игра, которая вырабатывает командный дух. Это роднит, это дружба со своими друзьями. И это, конечно, самое главное – здоровье. Я рад, что мы уже не первый год принимаем в этот летние месяца вот такой турнир дворового футбола. И с каждым разом вас становится все больше и больше, а значит, интересней и интересней. Поэтому я поздравляю вас с открытием этого турнира. Ну а пожелать хорошей бескомпромиссной игры. Ну и пусть победит сильнейший. С праздником вас! Хорошей вам игры, ребята. Физкульт, привет. Ну и пусть победит сильнейший. В дворовом первенстве проще правила. В команде 6 человек, а не 11, как у взрослых. Первыми открыли первенство две городские команды «Этажи» и «Звезда». «Этажи» использовала острые моменты, а «Звезда» не могла отразить атаки. Итог встречи 3-0. В этот день 16 команд встретились в 1/8 финала. По результатам встречи сформирована таблица форвардов. На первой строчке лучше. Тут свои воскресенские Дюба, Чернышов и Фернандес. Дворовый турнир по футболу проходит по олимпийской системе. Проигравшие команды выбывают. Следующие матчи первенства состоятся 31 июля на стадионе спорткомплекса «Горняк». Там же в финале определятся сильнейшие футбольные молодежные команды городского округа. Евгения Светлая, Евгений Страдубов. Новости из Крывэкт.